В Тутаеве оборудована переправа через Волгу, связывающая левый и правый берега. Спасатели и инспекторы ГИМС проверили, насколько правильно она оборудована. Марина Смарагдова убедилась, лед достаточно прочен, и зимний канал сообщений тутаевцев уже налажен. Лед чистый и прозрачный, 24 сантиметра. Толщину ледового панциря проверяют в нескольких точках. Самый тонкий ближе к левому берегу. Там уже по льду ледокол провел баржу. Тарус обозначает ее маршрут. Но даже в этом месте размер льда вполне надежный. Первые размеры были 13 сантиметров. Первый самый был 7. Представители администрации, спасателей и ГИМС с дозором вошли весь периметр переправы. Из года в год ее местоположение не меняется. Проблему создают нестабильная погода и слишком теплые зимы. Часто пользуемся летом на пароме, а зимой вот так, на правой стороне. Там родители. Переправа, как и в прошлые годы, будет исключительно пешей. Автомобилям путь на лед заказан. Для городского бюджета автопереправа – дорогое удовольствие. Сейчас мы стоим на фарватере, который оборудован дорожкой из мостков, длину 84 метра. Толщина льда средняя, 17-19 сантиметров, что соответствует нормам и позволяет беспрепятственно проходить большому количеству людей. Спасатели заодно отработали методы вызволения тонущего из плыньи. Правда, лед рубить не стали, но все остальное было по всем правилам. Специальные лыжи, гидрокостюмы, страховка, сани. Обычно это бывает при рыбаков на лед, на рыбалку. Вот. Это бывает в тех случаях, когда неустойчива погода и лед подмывается. Сначала он толщины нормальной, а потом подмывается. Бывают такие случаи. Официально переправа еще не открыта, но это произойдет со дня на день. В прошлом году это случилось гораздо позже, в конце января. Марина Смарагдова, Максим Сушанов.